Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим Bioshock Infinite. К сожалению, Ведьмак 2 уже закончился для меня, скоро он закончится и на канале. А играть во что-то хочется, во что-то глубокое и с сюжетом, поэтому я выбрал Bioshock Infinite. Но пускай это будет первым взглядом, потому что на канале этой игрушки не было. Вот. Но я все-таки думаю пройти ее. Так. Ну давайте на низком уровне сложности. Зачем оно нам, это мучение? Не люблю я шутеры от первого лица, все люблю. Точнее, люблю только один, только батлу. И все. Поэтому будем считать, что не играл. На самом деле выставлять какие-то там сложности, типа высокого, типа среднего, так как это было в Ведьмаке, например, там где низкий это легко, а средний это пиздец как тяжело, а следующий уровень это вообще надо пройти там с одной попытки, поэтому да хрен его знает. О. Шедевр. Эта игра шедевр. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Haven't planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No. I do expect you to do all Booker the rowing. Надпись на коробке. My idea. I made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Короче, мы приплыли к маяку. We've arrived. Начало похожее. Похожее на начало первой части Байошока. Но история пойдет совершенно о другом. Эти две части, они почти никак не связаны. Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Well, maybe there's someone inside. Ладно. Игра замечательным образом оптимизирована. И, судя по всему, я скачал непростую версию. Дэвид, bring us the girl. Короче, Дэвид, принеси нам девушку, и мы забудем обо всем. Это твой последний шанс. Excuse me, it's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? Это типа покайся, что ли? Luck with that, pal. Ясно. Так, давайте-ка смотреть. Тут инвентарь неограниченный, лутать можно все. Монетки, которые нам понадобятся. Это, короче, какие-то. Hello? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где эта хрень? Ничего не знаю, вообще ничего не знаю. Так, ну, как вы видите, тут... Я просто... кровь. Я просто не хочу, чтобы мне влепили копирайт страйк за это все дело. Оу.
Shit. Не подведи нас. Ахуй матери твоей. Так, ну тут кто-то был и очень даже недавно, потому что сигарета даже еще не потухла. У нас один путь наверх. Wait a minute, that card. 1-2-2. Просто буду молчать. Короче, какой-то это не просто маяк для кораблей. Она подает какие-то сигналы небу, блять, или что? Чему это? Но дождь красивый. Как у стоматолога. Ну ладно. So now... Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. No, God damn it! Ascension in the count of five. No, count of four. No. Three. Two. One. Ascension. Just stay calm. 5,000 feet. Ох ты, твою мать. 10,000 feet. 15,000 feet. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вам говорил уже, что эта игра шедевр. Для тех, кто ее не проходил, лучше не смотрите прохождение, а пройдите ее сами. Она действительно великолепна. Father Comstock, our prophet. Ага, понятно. Отец Комсток, наш пророк. Что-то не отображаются субтитры написанного вот именно на табличках. Я, по-моему, это включал. Ну да ладно. Я небольшой фанат синхронного перевода. А озвучка игры английская. Но тут очень хорошие субтитры, поэтому... Поэтому, я думаю, вы поймете все. Но игра тут... Сюжет... подает немножко странно. Потому что для того, чтобы его понять, нужно, пройдя игру, его додумать. Ладно, что ж. Добраться до... Что? Ага. У нас тут есть вот такая вот казуальная стрелочка. Я хочу сюда. Что тут есть?
и... Ладно. Небольшой я фанат английского. Не буду переводить. Вдруг я что-то неправильно переведу, поэтому лучше не стоит. Леди Комстер. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin... Excuse me. Where am I? Heaven, friend. Forgiveness. Or as close as we'll see till Judgment Day. Best keep such questions to myself, unless I want to get made. Gotta find the exit out of this place. Короче... Дитя, это, я так понял, сити нашего, господи, будущее нашего города. Ладно, но мы занимаемся мародерством, потому что мы человек безбожный. К тому же не люблю я всякого рода организации, которые манипулируют людьми, опираясь на религию. Ладно, чё, пошли, блин. Вода, свечи, так прикольно все. Потопленный рай. And every year, on this day of days, ладно, чё, пошли креститься. And to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the... Дай пройти. Is it someone new? Someone from the Sodom below, newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders, and our Lord? I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? It's either this or turn around and get back on that rocket. Come and be cleansed. Ладно, ладно. Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Ты чё, меня утопить решил, придурок? Приведи нам девку, и мы в расчёте. Пушку. Пушку возьми. Мистер Дэвид. Ладно, открывай. Ты чё, Нью-Йорк, что ли? Holy shit. Явно крещение пошло тебе не на пользу. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing Father Franklin, Father Washington, Father Jefferson. Need to find a landmark. Отцы основатели Америки. Our prophet fills our lungs with water, so they may better love the air. Как скажешь. He who crossed the Delaware with flaming sword and wings of angels, watch over me. And lend me strength. Shield my mind from fear and by the sword, and the scroll, and the key. Amen. Красавчики, калибри летают. Круто. No luck, only providence. And that you see. Just because a city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. Still got a girl to find. Ладно, чё, нам нужно найти девушку.
за который нас, судя по всему, сюда и отправили. И как вы поняли, мы в парящем городе. Все тут на каких-то пропеллерах. На противовесах, на каких-то баллонах. Но это, блин, шедеврально на самом деле. Выглядит все очень красиво. Здорово. А вот это, судя по всему, пророк, да? Механическая лошадь. Ой, что-то она лагает. А, давайте сюда зайдем. Может, тут что интересное есть. Never hire an artist, my dear fellow. They are a temperamental and unreliable lot to a man. Uh-huh. I told him that the park is exceedingly far behind schedule. And then the Archangel showed a vision. A city. Архангел показал мне видение. Город. Lighter than air. Легче за воздух. I asked her. Why do you show this to me, Archangel? Я спросил, почему ты показываешь мне это, Архангел? I'm not a strong man. Я не сильный человек. I'm not a righteous man. Я не правый человек. I'm not a holy man. И неверующий. The most remarkable thing. You're right. Он сказал мне странную вещь. Prophet. But if grace is within... Ты прав, пророк, но если что-то там... Но если этого не можешь видеть или не сможешь как-то понять, осязать это ты, то кто сможет? Да-да. Судя по всему, эти херовы голософоны придется переводить именно таким образом. Ну ладно. Побежали, чё? Игра очень круто играет на контрастах. То есть вы еще это увидите. Вон, посмотрите, все счастливы. Дети веселятся, солнышко. Какие-то праздники. Люди к чему-то готовятся. A Vision of the Great City. Видение великого города. Пророк Комсток ведет нас, людей, к нашему Sun Below, светлому будущему, что ли? Child born. Child. Короче, дитя, которое... является собой будущего, будущее нашего города. Как-то так. Не совсем понял. То, что там было написано, ну да ладно. Лотерейная ярмарка. He's strong in the sword, but a bit weak in the key and the scroll, if you get my meaning. Эти, короче, спорят. Кто круче? Джефферсон. А, короче, Вашингтон или еще кто-то. Она. Лживый пророк. Давайте посмотрим. Шкиноскопы, верно? Лжепророк стремится сбить нашего что-то там. Какой он лжепророк? Может он? Может он? Или он? Или ты? Только наша бдительность защитит Агнса от врага. Конец. Охереть. Замечательно. Фильм крайне познавательный. Буду бдить.
Реально, буду бдить. Тихо. Музыку вообще по-хорошему надо. Ага, сейчас. Забирай. Я что, дурак, что ли? Не-не-не. Так, я хоть правильно иду? Would you care for a boutonniere? We're raising money for the girls' patriotic league. Maybe next time. You look dashing with one in your lapel. Come back if you change your mind. Спасибо. Так, ну тут вроде ничего такого нету. Куда же мне идти тогда? Наверное, куда-то сюда. Только боги знают, только сегодня. Самый... что? Гайст. Самый пидорский квартет, что ли? Альберт Финк представляет. Да. Ладно. Turn into some Finkton radical on me, John. I do not want to be some character out of I Married a Vox Populi. Now, do I? Ладно. Ой, FPS, пожалуйста, вернись. Ты чё это так? Присел-то. Ой-ой-ой. Yeah, that's where they said I'd find her. Telegram, Mr. DeWitt. Huh. Telegram for you, sir. Давай. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Lutess. What the... тут есть одно такое мнение, что неправильно перевели. Там оно читается не стой, а ТЧК, то есть это телеграмма. Стоп. Ну ладно, это не особо критично. Представление. Well, friends, I am here today to tell. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the pool hall. No, sir, no, ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Who amongst you has tasted the divine gift of the vigor? One swig, and feats of wonderment are at the tips of your fingers. You know our prophet is fair. You know young sir, young miss, roll up and try the amazing power of Bucking Bronco. Whether you need it lifted, lofted, tossed, or tumbled, Bucking Bronco is just the ticket. Find the devil, good sir, and cast him out. Do you have what it takes? Порази дьявола три раза. And there's devil number one. Хрен его знает, вроде не сложно. Здорово. А тут что, пострелять можно? Так. 10, 20. Хорошо. Первое место. You, sir, shall be richly rewarded.
Да-да-да, спасибо. Но целится довольно интересно. Рукач. Автободи. Нифига себе тебя роботизировали, чувак. Lost a penny to a vending machine. Give me one of those. With just a whisper, they're all ears. Хорошее пойло. Гипнотизер. Press to turn machines into allies. Ага. Можно обращать машины на свою сторону. Ладно. Sorry, pal. The raffle is all sold out. Well, if it isn't Assemblyman Buford. Your spot at the raffle awaits. Don't know why I didn't recognize you before. Odd. Always good to have gentlemen of your caliber at once. Heads. Or tails. Орел или решка? Heads. Or tails. Heads. Tails. Told you. Hmm. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. I suppose. Вся доска исписана. А можно из тебя? Да. Из тебя же монеты можно выбивать. Не-не-не. Только, блин, соли быстро расходуются. Ну да ладно. Это что-то вроде нашей маны. Прикольная штука. Да, тут действительно какой-то карнавал. Воу. Ты что, заглючила, что ли? Мадам Лютес, я прочитал все ваши книги о сайенсах. Мама says it's not a fit. Я читала все ваши книжки, все ваши научные работы, но мама говорит, что это не лучшее занятие для леди. But I think she's jealous of our cleverness. Но я думаю, она завидует моему счастью. Is it true that only you are allowed to visit the girl in the tower? Это правда, что вы та единственная, кто, или тот единственный, кто посещал ту девушку в башне? Я там частично не понял, но типа я хотела бы с ней познакомиться. Chincomen. Warmest regards, Constance. А, прощайте, мистер охранник. Ну, понятно, короче. Послание маленькой девочки. Судя по всему, Аде. Аде. Так, you shall know the false shepherd. Ты должен знать лжепророка. By his mark. То есть, такой, по такой метке. Ладно, хорошо. Чего-то там они ждали целый год. Колумбия. Раффи. Лотерея, что ли? Здорово. Мистер. Да? Sorry, no sale. Silly?
There's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. 77. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl! Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? All right, then. The winner is number 77! Да уж. Number 77, come and claim your prize! First throw! Бросок? Please. Please don't do this. It was me. It was all me. Please. Please. No. Please, what are you doing? Come on. Are you gonna throw it? Or are you taking your coffee black these days? Расизм, да? Looks like we've got a shot. Тут даже и думать нечего. It's him. Now, where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass false shepherd? The false shepherd. And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show 'em what we got planned, boys. Ну, как вы поняли, тут не все так радужно. Довольно неудобно. Ох ты, как тебя развернуло-то. Ох, башку-то разорвало. Так, ну вроде всех полутал. А вон они. Хорошо. Блин, вот это неудобно довольно-таки. Ну ладно. Чё там, кто напаливает? Что у тебя можно купить? Плюс к гипнотизеру. Монетки есть, позволяет. Ага, то есть я теперь могу заставлять и людей тоже. Нормально. Да ё-моё, неудобная кнопка, надо поменять. Все, давайте продолжим. Меня тут еще кто-то приговорить хочет. Боюсь.
пистолет у меня классный, золотой. Ах ты твою мать! Да есть немного. Ага, на длине с пистолета я вообще красава, надо поближе прорываться. Консольное управление, черт бы его подрал. Ладно. Не хочу я на тебя гипнотизера юзать. Пожарник? Здорово, пожарники нас спасут. Пожарники нам помогут. Ладно. Давайте продвигаться. Так, солей у меня максимум. Бояться мне нечего. Становится жарче. Хорошо. Поцелуй дьявола. Один раз живем. Ого. О, приход это. Ghost Rider, ты чё? Попроще будет. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Понял. That wasn't no sample. Поцелуй дьявола. Сжигательная граната. Окей, будем знать. Ах ты ёб твою мать. Ах ты! Конченые. Да чтобы сменить энергетик. Да не нужно. Я справился и так. Воу. А сюда, судя по всему, можно было кинуть зажигательную и... все бы закончилось здорово. Так, тебя давай еще залутаем. Твой запас. Жизни быстро уходят, даже на легком уровне сложности. Это паршиво. Это меня не радует. Да, покинуть этот район. Вот, собственно, и началась игра под названием Bioshock Infinite. То есть, поначалу все было хорошо, но в один прекрасный момент все поменялось. Вы еще не увидели того контраста, который, на котором именно играет, играли разработчики этой игры. Но я думаю, если вы захотите пройти ее для себя, вы это прочувствуете в полной мере. Причем глубочайший сюжет, который поднимает кучу различных проблем, которые действительно актуальны даже в нашем мире. За окном. Ох, это что есть, то есть. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я и закончу сегодняшнюю серию. Да, я наверняка возьмусь за эту игру, потому что она, во-первых, она очень хороша, во-вторых, она мне очень нравится. И я еще... О, господи... Я еще, по-моему, не проходил шутера, то есть начинал проходить, но не проходил шутера для канала.
Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, всем пока!